Это кадры из нового франко-советского широкоформатного фильма «Третья молодость». Его постановщик Жан Дрэви, известный зрителям по картине «Нормандия Неман». Фильм рассказывает о французском балетмейстере Мариусе Петипа, прожившем в России более 60 лет. Работа над балетами Чайковского стала его третьей молодостью. В Московский кинотеатр «Россия» на премьеру фильма приехали его создатели, члены съемочного коллектива. Зрители приветствовали исполнительницу роли Машеньки Наталью Величко, роли Петипа Жиля Сегаля, Чайковского Олега Стриженова и режиссера фильма Жана Древиля.